Техника же можно брать, да? Не используй, пожалуйста. А вот эти DS Lamba, это кто это? А что такое, блин, запись лагать стала? Рации нет. У меня рация есть. Не знаю, у меня разлитие нереальное, все какое-то хреновое. Нажми escape один раз. Нажал, ничего не меняется. Че едем там на технике? Плюшевое. Поехали, садитесь по страйдерам, доедем вот до точки перегруппировки. Какая рация? Дефолт выставлена. 325.3. Так стоит, так и используется. Садитесь по страйдерам, поехали. Чего наш страйдер полный, поехали. У нас еще одно место есть. Метки видишь? У меня никак ничего там. Ну вот стоп и налево. Погоди, погоди. Стоп. Налево. Еще что-то там стоят. Там боты стоят, по-моему, не? Здесь налево. Ты сел? Потом еще раз налево. 1-3 называют. Как слышно, приятно. И потом можно... И посмотри, как тебе удобнее направо, надо в гору ехать. Поедем. Чтоб не слишком круто заезжать. Куда едем, бро? 1-1, да давай, я. А пропустил все мини-бок. Мы это должны этот захватывать бараки. Теперь направо есть, да, наверх. На гору. Алекс, на связи? Да, на связи. Есть в гору наверх, старик, справа. Ты меня не слышишь в машине? А, я думал, по дороге. Так я же говорю, в гору направо. Алекс на связи, кто спрашивал? Алекс, Кинзадза на связи, что делаем, наверх едем или как? Я, видите, поставил черные точки, вот по ним поедем. До точки перегруппировки. Видите черные точки? Охренеть, мы проехали как. Как? Короче, сейчас там дорога будет впереди где-то. По ней, короче, угу, направо свернешь и поедем. Угу. Вот тут сейчас на ней направо. Враги там охраняют, да, эти? А, здесь встречный бой, полиция отворила, да? Ну, типа того. И вот прямо до домиков, и оттуда пойдем пешком. Алекс, мы на тот наверху уже. Точка перегруппировки? Блять. Поехали, пехом уже. Здесь, да? Да, стоп. Колесо у вас страйдера захерачили, откуда-то снизу, что ли? Тут есть еще аптечки, гранаты. Еще дождь, блин. Все на точке перегруппировки собирайтесь, если видите. Надеюсь, флажок. Что, у нас уже один минус, что ли, чайка летает?
Это они переполнив ходят. Отступите вниз по склону, чтобы вам не стреляли. И двигайтесь на точку перегруппировки. Кто там наверху? Спустись, пока тебя не сняли. Откуда они стреляют, ядрен батон? Чё-то я нихуя не догоню, чё делать надо, блядь, здесь? Мы тут должны были перегруппироваться и не пойти вниз атаковать. Смерло сняли, блядь, или отсоединился, хуй понятно. Вот и сняли за двоих. Спустись вниз, Кинзаза, пока тебя там не вынесли. В бункер забегайте. Если кто выжил, блин. Я спускаюсь на второй. Дверь закрой, дверь закрой. Черти, вы на ДВ есть? Это школа. Бля, пушку подобрал, свою выкинул. У нас вот, короче, половину покрошили. Откуда? Ебало нахуй. Какой я? По нам гранатомет бьет, не пойму откуда. Мы сейчас на площади ГПТ. 74-я высота справа от бараки. Вы не дошли до бараки, да, больше? Да, мы пока на точке перегруппировки там. Нас половину покрошили. Ой, если найдете нога, поставьте на эту точку. Принял, пока непонятно, куда гранатомет бьет. Есть, что есть, да, мы в бункере. Где точка перегруппировка, там большой зеленый бункер, казарма, заходите туда. Пиздец какой-то, хотя дверь закрыть, он у меня ствол подобрал, ебучий. Вообще бред, мне так эта арма вот этим калит, блядь. Что ты говоришь, старик? Пропало. Я внизу у мрака спустился, к точке захвата брака. А зачем, мы же перегруппироваться должны были. Начали стрелять, я и побежал. Ну хорошо, тогда. Кто еще выжил? Алекс, подъезжай тут на тачку. Ага, слышу. На Хантере кто-то катается. Давай встретим их. Давай встретим. К нам подъехал Хантер. Как я его убил? Лол, как я тебя не убил? Угу. Как ты попал? Ангел-хранитель помог. Я тебе в бошку просто выстрелил в упор. Тебя хоть ранило? Меня ранило, да. Блин, надо было до очереди просто отработать и все. Да, еще такая залупа. Я тебе подхожу закрывать дверь, нажимаю закрыть дверь, он меня берет пушку, поднимает, блядь, без прицела, без всего, снайперку скидывает, и нету нихера, блядь. Ни патрон, ничего, блядь. Арма, блядь, пиздец, это не исправить никак, нахуй. У нас, надеюсь, не одна миссия будет? Это быстро закончится. Ну, только фиговый сегодня. Да какая-то миссия, хер понятно, если честно, блядь. Да вам нужно было... Нет, в смысле, понятно было? Я ничего не понял. Я понял, блядь, только зашел, ты спросил. Нет, да, ну, смотри, миссия была вообще такая очень простая. Вам нужно было заплатить ангары. Ну вот все точки. Да, вот на базе ВВС тратится. Наша задача, во-первых, у нас есть отряд, который сидит на 1-1, да? Он находится на этой базе. И едет еще подкрепление. Но это надо не на стратисе делать, блядь. Подкрепление приехало, мы даже подняться на горку не успели, подкрепление уже приехало.
А мы просто с... я просто сразу втопил на всех парах и не по дороге, как планировал заранее, а прям в упор просто. Так мы тоже по горам тащились. Да мы просто проехали тогда слишком. Тогда в таком просто надо такие карты играть, во-первых, не 8 на 8, тогда не 10 на 10, а, например, 10 на 5, то есть образно, да, там 20 на 10. Если уж с подкреплением со всеми делами. А так играем 10 на 10, у синих преимущество сразу не просто нереальное. Вертолет, тачки, блядь, у синих нет вертолета. А кто с этого, с гранатомета херачил? Гранатомет — это две машины там просто. Ну, а у нас тачки, блин, а у вас вертолеты и беспилотники есть? А что-то вертолеты даже не беспилотник есть. Беспилотник у нас вообще стоял бот, если что. А вы что, вы не заняли никто? Ну, видимо, у нас никто не летает на этом, и никто даже не предупреждал об этом, я не знаю. Так предупредили же, сказали, что у вас есть беспилотник. А пилотов у нас нет ни хера. Нормально. Вот и получилось, взяли две тачки просто без всего, приехали на горку, нас разнесли просто с гранатометов на смысл, когда синие едут с двух сторон, получается одни там, одни едут еще, и мы с одной точки прям без всего, с голыми руками. Похоже. Я боялся, что вы там нас сейчас расстреляете с беспилотником. Да? Я хотел спросил, кто-нибудь умеет летать на нем? Да, он на колесах. Мне не нужно это спрашивать, мне повезло, значит, я, значит, очень хорошо водитель, потому что мы заехали, расстреляли всех, ну, правда, меня убил. Парнише, повезло. Ну, я не знаю, как это все назвать. Давай нормальную миссию, сейчас тебе повезет, парнише. Просто мне в башне прописало, ну, я ему в башне прописал два раза. Вот два раза в бошку чисто. Но там никак не будет. Ну ладно, хрен с ним, армат. Ну так, каска. Короче, миссия хреновая тем, что очень быстро все добираются. То есть, как бы, по идее, если уж так подкрепление подходит, то у нас должна завязаться хотя бы битва, ёпта, то есть с этими синими. А мы доехать не успели. А что, у вас пилота нет? Вообще никакого? Ну, в данный момент, наверное, нет. Не, ну, может, есть, но за другую команду, значит. Да, да. Ну, вы бы попросили тогда, поменяли, что ли? В чем проблема? Я вообще не помню, по-моему, там был я, Старик, Мерл и Алекс. А зачем нам пилоты? У нас тачки только были. Я даже не слышал никого другого. Так а зачем нам пилоты, если мы появились близко, и у нас только техника была наземная? Я даже не видел. Нет, у зеленых был беспилотник, и этот беспилотник вообще можно было послать. Так он на колесах был беспилотник. Ну вот, и какой, значит, пилот? Ё-моё, вы о чем? Я не знаю, о чем Кинзаза. Вообще, Кинзаза было тогда. Я не знаю, про какого пилота ты говоришь. У нас же не было воздушной техники. Ну, они думают, что там был беспилотник, который, ну... оставить его и расстрелять. Проблем нет никакой. Ну, короче, бред, про беспилотника никто не знал. Я даже не слышал про беспилотника. Да, слышал, сказали, возьмите, никто не взял. Прям несколько раз сказали. У вас есть боевой беспилотник, у которого немного урезаны патроны. Там их слот назывался БПА, то есть нормально. А что никто не взял? Потому что сказали, берите беспилотник, вот никто и не взял. Вот она логика. Меня Старик убил. Старик против нас же, да. А нет, меня Рафик убил. Рафик молодец, блядь. Второй раз он меня валит уже край команды, ну. То Рафик-то? Да Рафик заманал, блин. А вот там какой, да? Блин. Рафик, ты просто что-то Рафику не то сделал. Да он задолбал меня, этот Рафик. Видимо, ты чем-то не угодил Рафику, поэтому да. Рафик не виноват. Главное, на базе свои бегают. Я только что видел его, короче. Пробежал просто за зданием. Да пусть сюда, потом меня застрелил. Рафик Кингов за хил привык играть. Это расстояние было 5 метров, я прям вот 5 метров на него смотрю, главное, и он меня стреляет. Че, меня не видно, что ли, там? Или нельзя различить? Пиздец. Ну, потому что не нужно с время Кингов за хил играть, где икона. Если,
Если бы я выжил, то было бы вообще идеально. И машину бы никто так не покоцал сильно, что она ездить не могла. А все зеленые как зашли? Я так подозреваю, залетели на вертолете? Да, а, Сангар. Конечно. О, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Мы тут очень неплохо с тыла расстреляли. Ну так немножко. Ну, это которая группа, которая на это, которая ехала, да, с агемарином. Что-то мне подсказывает, что наши сейчас стреляют по натовцам. Случайно. Подумают, что враги. Ты как умер? Я почти добежал до точки там по дороге. По дороге решил умереть. Вот такая вкусная история. Ой, как хорошо вообще просто вошло. А-а-а. Блин, в следующий раз я, короче, не буду отсекать по одному патрону, а сразу в очередь буду фигарить. Кстати, вот Инни вообще не подозревает, что сзади них находится противник. А, не подозревает, подозревает, все нормально. Отстреливается, отстреливается. Сколько зеленых осталось? Да мало вроде уже. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, пять зеленых. Ну зеленых, ну да, пять. Синих-то побольше будет. Ну гам, долго кто-то решил стрелять. Ой-ой-ой. Ну, синенького вынесли. Ай-яй-яй. Алекс, а вас где покрошили? Ну мы это на точку перегруппировки ехали, нас сшли, точнее, нас со всех сторон там с гранатометов расстреляли откуда-то. Да, я угадаю, вы на 74-ю высоту прибыли, да? Да. Yes, а чё у вас там за гранатомет был? Я не вижу никого там сидящего за ним. Где? Чё у вас там за гранатомет был такой? У нас этот подъехал. Охотник. Хантер, мы два хантера, я просто решил взять вас, рашануть. И хантер подъехал в упор и расстрелял. Я вышел прикрыть, ну, с этого. Ну, хантер-то крышечки. Потом подъехал, нас до этого расстрелял гранатомет на подходе. До этого тоже, да, мы поставили один хантер на прикрытие. Который с гранатометом, чтобы нас, если что, накрыл вместе. А пулеметный поехал рашить. Но я вышел, и если бы я успел убить, там, кого я там убил? Блин. В общем, который меня, я не знаю, кто убил на вышке, но я его благодарен. Желаем ему счастья Рафик. И здоровья. Рафик классно прилег, на бордюрщик такой. Че, Рафик опять свой был убил? Да не, его убили, он на бордюрчик так красиво прилег. А Рафик, он за синих или за зеленых? За синих. Рафик, значит, своих. Да он заманал вообще. Блять, да, что ты дымов меня бросал? Нахрена ты дымовуху, блядь? Кто? Ты кинул, я думаю, я вообще ничего не кидал, ты будешь. Я знаю, я вышел из будки, и ты по мне стреляешь. Ай-яй-яй, какая ужасная дымовуха, надо за это убивать сразу. Рафик, ай-яй-яй. Вообще, блин, там 5 метров было, Рафик. Ну как там можно было не понять, что я свой? Бей свои чувства, что чужие боялись, Рафик красавчик. Не, да подожди, на горе тоже кричали, айболит бегает. А потом айболит достал очередь по нам с кем-то там, когда я тебя убил. Я чуть не охренел. Айболит стрелял на запад. Какой он на запад, правильно. Коммуникация стрелял. Он по нам вообще не стрелял, он стрелял по коммуникации. Кем мы там были, вот где дымы дымили? Сейчас не знаю я. Кем там мы вдвоем были, по нам лупили, потом лечили. Да, по нам, да, да, да. Кто, вы ты меня брали, да? Точно. Вы про высоту, да, когда вы были? Да. А, на высоте мы вас очень неплохо накрыли, просто... Да мы были внизу, у нас высота... Да, вот за синих играет. Понятно, блин, все. Неразбериха жуткая была, как могут быть да на горе... Да вообще геморрой, вообще. Блин, вообще. Я 20 раз сказал, там айболит говорил, что он на горе, он обстрелил противник на запад, я вам говорил. Рафик не виноват. Ты меня как вообще убил на базе? Я, блин, рядом с тобой. Поэтому и убил, потому что рядом. Потому что рядом. Это у меня психологическое расстройство, убивает тех, кто рядом. А какое условие для победы синих? Просто расстрелять всех зеленых? Нет. Удержать точки.
Вон у Рафика своих надо убить. А сколько времени? О, одна точка захвачена уже получается. Че ж это вы Айболита все время обрыв связи? Айболит просто обиделся. Не, на бордюрчике поездили, правда. Ну, на самом деле, классно, было бы очень неплохо, если бы вертолет хотя бы на разведку поставили, это был вообще у вас идеально. Высадил вертолет и полетел на разведку. Разведал бы все. Он бы увидел и два хента, этих, хантера, которые едут. Я бы увидел, и наше бы наступление просто захлебнулось. И... Да мы хотели ж побыстрее туда добраться, блин. И в итоге мы не туда поехали вообще. Зачем? Одного просто поставить, блин, на пилоте и все. Кстати, кто пилотировал у вас? Почему ты до сих пор не генерал? Почему ты до сих пор не генерал? Потому что я очень много люблю флудить. Как говорится, генералы не флудят. Теоретик. Только на имя надо в штаб. Ух ты, лол. Я сейчас смотрю на этого пилота. Просто жесть. Каска у него модная. Штаб — это большая ответственность. И форма прикольная. Говорит-то одно. Да, вообще сумбур такой вышел. Опухоль головного мозга. Прием. А, The Heavy у нас водитель вертолета. Зеленые так прибегут прикольно в ряд. Они кого-то бы этого пилота прикрывают, VIP эскорт. А он и есть VIP. Это The Heavy Russian. Но наших больше получается, да? Синий, наверное, забыли. Опа, ой-ой-ой. Четко светились, четко. Ой-ой-ой, что-то пошло не так. Почему по нам стреляют? Опс. Почему? Кто? Когда прекратятся убийства? Пилот, спасти пилота. О нет, Мир, мир, просто отвлечу. Пилот умер. Пилотка умерла. Стресса нету. Плюнули. Мы будем пилота пошли его. Что? У кого Стресса нету? Я тут говорю, что пилот плохая. Смотри, сейчас второй. Ой. Вот второй умер. No, вы что остался. Происходит? За что ж вы всех друг друга убиваете? Двое. Пацаны. Братва, не стреляйте друг друга. Бестхаймер, и Ламба. Молодцы. Ай-яй-яй-яй. Смотри, побежал за ним. Иди сюда, я тебя друг, я тебя убью. Он решил перейти на сторону синих. А что наши делают, интересно, синие там? Так, Ламба решил занять вышку, типа, а вот сейчас залез наверх, как своих расстреляю. Ага. Давай. А что вторые два делают? А эти вошли в ангар, хилятся, хорошо. Ну, о, сейчас он по ней в СПТшке долбанет. Смотри, достал. Ой-ой-ой, могло стрелять. У него власть. Могущество, да. А он на море смотрит, ну, правильно. Пилота убили, это меня убили. Я говорю, Хэвик, мы будем помнить тебя. Да вы четко бежали так втроем. Ты в рамках этот VIP был, тебя охраняли так. Вплотную с тобой. Не дохранили его. Они нарушили эту связь. Они похоронили его. Так. Что же он делает? Сколько еще самих осталось? Что он делает? Зачем он там осматривает, если там никого нет? О, Вейскэмер сейчас к нему поднимается. Оп-оп-оп-оп-оп. Интересно. Это дернулся. Бандури так надел. Что творится? Айболит. Блин, может просить его закончить уже, но это бессмысленно. Да синие что-то не захватывают зоны, чё им? А зачем им? Им главное удержать одну зону и всё. А зелёный пусть захватывает. Да, правильно, вообще гениально так. Хитрый план. План. Вся сила в бараках, вы не понимаете. Вся сила в бараках, там можно нанять ещё больше войск. Нужно больше воинов. Нужно больше минералов. Нужно больше виспена. Ник. Суперсоник. Суперсоник. Электроник. А что за пастор? Он, видимо, вообще древний, да?
герой. Да, он древний герой, у него даже сейчас у него рация сейчас не работает. Включил ночник зачем-то. Но она у него вчера, по-моему, тоже не работала, да? Да, и... Древний. С каких пор он? Или он с тех времен, когда мы еще черти называли. Old school. Это понятно. О, по нему стреляют, смотри. Ой. Смаслили. Масленок. Че там осталось? Это баран Абдонша. Сейчас смотри, третий он спалит. Нет, он умер. Как так? Когда прекратятся убийства? Построился, отсоединился. Я ламба такой, а давай умрем. А вы с хаммер такой, давай. Давай тебя взорву. Давай тебя взорву. Давай, ты повернулся правильно, я сейчас засуну тебе ракету. Слушайте, а Вестхаммер вообще такой пафосный негр, вы смотрите, опа, Шмайл запалил их на вышке. Да? Опа, все, хана. Ну, сейчас бы с РПГ, конечно, шмальнуть. Подожди, там этот идет. Фанил Гам сейчас РПГ будет бить. Да, он в прошлый раз тоже. Ой, хорош. Еще один, убегает, убегает, смотри. Ой, еще одну, если... Стреляет. Ой, война! Ха-х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 а